Крылья легенды хрупкие, словно весенний лед. Слово недоброе камень, песня сбитая в лед. Я не пророк, не певец, я странник, идущий через века. Душу растерзанной сказки грею в слабых руках. Здравствуйте, уважаемые участники и руководители МММ-2012. Меня зовут Владислав Рябко. Сегодня я продаю размороженные депозиты, которые были вложены в систему 13 июня. Ну вот вы видите, заявки все обработаны. И можно производить вывод денег на карточки, которые были объявлены для перевода. То есть система отправила мне на хранение какие-то суммы на мои карты. Я теперь могу из этих сумм снимать вот указанные в поручениях, что я и сделаю в ближайшее время. Кто пойдет за изорванным знаменем драться за последний рубеж, защищать бесполезные знания и нелепость белых одежд? Эй, вставайте, кто еще остался, станем гордым строем среди руин. Кто еще помнит и кто не сдался, я не верю, что я один. Защищаю свой город. Смерть назначена на полнолуние, чтобы бить на отблеск зрачка. За священное право безумия, за седую прядь у виска. Эй, вставайте, войны обета, ныне сила слова взывает к вам. Если мы доживем до рассвета, наша вера будет жива, и откроется небо. Кто отважится бросить привычную тишину насиженных гнезд? Ради призрачной метки отличия, ради лишней пригоршни звезд. Эй, вставайте, все, кому не спится, кто еще не верит, что нам конец. Выйдем в поле и будем биться, не скрывая живых сердец. За бесчувственной сталью и цинизмом речей дай нам, Господи, силы. Хочу выразить огромную благодарность создателю нашей системы Сергею Пантелеевичу Мавроди и пожелать удачи и всех благ участникам системы. Участвуйте, выигрывайте, будьте счастливы. Мы можем многого.